Здорово, народ! Сегодня у нас видосик будет про Pokemon Go. Я расскажу вам, как начать играть в эту игру на айфоне. Ведь у нас она в России запрещена. И, скорее всего, она так и не выйдет официально. Поэтому давайте начинать. Я только что скачал Pokemon Go на свой iPhone. Вот буквально пару минут назад. И это будет первый запуск. Чтобы скачать ее на iPhone, нужно поставить американский регион в Apple Store. У меня такой аккаунт стоит изначально при регистрации, так как там можно избежать регистрацию кредитной карты. Следовательно, все, что вам нужно сделать, это поставить США. А лучше создать новый аккаунт, так будет проще. Первая загрузка у нас получается достаточно долгой. Также у нас ввели несколько законов, которые запрещают ловлю покемонов в храмах, в каких-то еще местах. Так, sign up with Google. Давайте зайдем через Google. Разрешить. И тут у нас разные предупреждения, что надо. Hello. Yes. То, что покемоны могут быть найдены. Некоторые бегают, летают, живут в горах, в лесах, рядом с водой. Так, я потратил всю свою жизнь, изучая их и регион их распространения. И он ищет кого-то, кто им может помочь. Что выбираем? Тут мы можем настроить у нас одежду. Одежду мы настраиваем. Что, беленький? Да мне, в принципе, пофиг. Главное, чтобы на Ивангая не был похож. Рюкзачок. Ладно, на это насрать. Это как... И запрашивает доступ к камере, да. Итого. У нас получается, что в месте, где я нахожусь, есть три покемона. Я нажимаю на покемона, камера и зонд. И я его ловлю с первого раза. Так, значит, что дальше? Дальше нам, я так подадут этот покетбол, или как эта хрень называется. Так, нам дают какой-то опыт, нам дают три шарика и какую-то пену. И у нас зарегистрирован покедекс. Так, значит, тут их можно эволюционировать за шарики, можно усиливать. Усиливать это, так там, насколько я знаю, есть арена. И трансфер, это можно их передать. Значит, поздравляем, вы поймали своего первого покемона. Мы очень талантливый покемон тренер. Дальше мне надо ник вбить. А почему нет? Давайте Zero Brains 021. Так. Покемонов можно найти в разных местах. Так, и значит, чтобы найти покемона, я должен двигаться в реальном времени. Так, короче. Вот я вам рассказал, как начать играть на iPhone. Надеюсь, всем понравилось. Будет продолжение. Будем ловить с вами покемонов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока и удачной ловли покемонов.